Всем привет! Хороший вечер в городе Солт-Лейк-Сити. Хочу рассказать немножко про клиппинг. Поставил себе усилитель Apocalypse 4800, 5-киловаттник. Наверное, все знают, что это за усилитель. Хороший усилитель, но у него есть, конечно, свои недостатки. Один из которых, у него нету регулятора баса. Да? Как вариант, с этого положения можно выйти, поставить вот такой вот универсальный регулятор, как я себе вкинул. На него приходят просто RCA провода, ну и уходят на усилитель RCA провода, и фактически то же самое получается регулятор баса, да? Но еще одна проблема остается — клиппинг. То есть у меня вот стоял Sundown до этого, усилитель, к нему приходит свой родной регулятор баса, и на этом регуляторе баса также есть клиппинг. Здесь на усилителе там Apocalypse тоже есть как бы лампочка клипа, да, но в моем случае она вообще бесполезная, то есть она в багажнике стоит, и с салона, естественно, я не могу видеть, когда я уже на клипе как бы играю. Для меня это немножко критично, потому что усилитель 5-киловаттный, сабвуфер, который стоит 2,5 RMS, и если на клипе слушать, как бы очень быстро сап этот начинает вонять. Вот. Так что решение было какое? То есть я взял, подпаялся к этой лампочке. Взял, вот здесь вот видно, 3 провода уходит лишних на усилитель, да? Питание, управляющий и земляк. То есть внутри там поставил MOSFET транзистор, регулятор, и поставил Wi-Fi модуль и подключил его, припаялся как бы к этому, к самой лампочке клипа. Далее Wi-Fi модуль этот шлет информацию. Вот здесь вот у меня мониторчик стоит. Это мониторчик этот я сам делал, там оставлю ссылки, можно будет посмотреть, что это такое, если интересно, и не видели, или кто-то не видел, как бы. Значит, здесь у меня на мониторе показывается побаночное напряжение, то есть я слежу за литий-цитонатом, я вижу напряжение литий-цитоната, в реальном времени тоже через Wi-Fi все это передается сюда. Ну и сейчас дополнительно еще с усилителя через Wi-Fi идет информация о клиппинге, и клиппинг показывается здесь прямо на экране, что очень удобно. Сейчас продемонстрирую. Ну, запущу синус 60 Гц. У меня на синусе 60 Гц, оно не любит сабвуфер эту частоту вообще. Вот так вот он показывает клиппинг, довольно удобно. То есть если какой-то трек слушать и случайно перенавалить, теперь будет на мониторе это видно. В принципе, очень удобно. Так что вот такое вот решение проблемы. Универсальная крутелка плюс через Wi-Fi информация о клиппинге. Все на этом. Всем пока.